Всем приветик! Сегодня я буду заполнять мой новый шифонер. А почему вот новый мы купили? Потому что старый надо выкинуть и туда поставить бочку для солярия. Поэтому все вещи, которые там лежат, перенесу сюда. Это мы купили в Поко. Кто в Германии живет, знает, где это. И стоит он 500 евро. С антресолями. Вот. Видите? Ну, по отдельности. Вот это отдельный шкаф. И вот этот общий отдельно. Вот такие полочки. Я здесь уже кое-что положила. Так, здесь вешать. Да, вот то, что он стучит, вообще мне не нравится. Так, и вот еще один. Так. В основном здесь будут вещи мужа. Здесь я повешаю его выходные. И здесь рабочие. Ну вот. Пусть здесь у меня раздевается, одевается. А что делать? В кладовке-то места нет, там теперь бочка будет стоять. Ну, это другая тема, потому что видео надо отдельно снять. Когда привезут, на крышу ставить вот это вот все, солярий. Для газа обогреваться. Потом я все сниму. Сейчас будем собирать шифонер. Ничего не сделаешь, так и будем складывать все. Так, это трико домашнее. Домашнее у меня будет лежать здесь. Значит, там штаны, здесь футболки. А где же у меня трико будет? Ну, ладно, пока положу сюда. Пояс. Это такой у меня пояс собачьей шерсти. Ну, зимой так одевать. Это я сама шила. Вот сюда положила собачью шерсть. Сюда. И прошила шарфик. На пояс вот так вот одевается. И зимой работается. Так, это нам не надо, пока это мы сюда уберем. Так. Шапки зимние. Шапки надо вот сюда. Буду искать каждый раз вещи. Так, шапка. Еще одна шапка. Так, шарфик. Шарфик. Вообще он шарфик не носит. Шарфик не носит, но все равно пусть лежит. Может, оденет когда. Так, это футболка. Футболка домашняя сюда. Обязательно труселя и футболки на работу. Так, рабочие кофты сюда. Нет. Рабочие кофты вот сюда. Так, на зиму. Полотенчики, полотенца. Полотенца, наверное, вот сюда. И полотенце, наверное, вот сюда положу. Так. Это летняя кофта. Значит, убираем. Может, сейчас все зимние вещи. Так, убираем. Труселя сюда. Труселя сюда. Рубашки рабочие сюда. Так, штаны. Какие-то штаны не пойму для чего. Какие-то летние. Куда штаны положить? Ага, значит, штаны здесь. Так, это тоже летняя. Кофта летняя не надо.
Вот это зимнее пойдет, пусть тут поносит еще. Кофта. Так, о, жилетка вязаная. Тут еще моя бабушка вязала. Видите, какая теплая. И тут, чтобы спинка закрыта была. Так, это оставим. Положим две кофты. Так, это что? Это вообще выходная. Почему она тут? Так, это рабочая рубашка. Что-то как-то интересно, они у меня здесь складывают рубашки сюда. Кофта сюда рабочая. Так, это кофта сюда рабочая. Конечно, не очень такой большой, но упадет. Зимний убираю, летний ложу. Летний убираю, зимний ложу. Так, обязательно унтервеше под низ. Кальцоне. Кальцоне у нас будет лежать. Где рубашки? Вот так. Так, наверное, вам не видно. Вот. Так, полотенце. Полотенце у нас вот здесь. Полотенце здесь. Летнее. Летнее убираем. Так, вот это тоже полотенчики. Это для ног. Для ног полотенца сюда. Ну, два в стирку, два вешаем полотенчики для ног. Вот так. А, кстати, маникюр мы видели. Вот какой красивый. Да, красный делала. Так, рубашечки. Рубашечки складываем. Рубашки у нас вот здесь. Рабочая. Так. Это у нас кофта. Кофта рабочая или не рабочая? Или выходная? Выходная. Выходные у нас здесь кофты. Так, здесь штаны. Здесь футболки. Здесь трико. А для кофт нет. Ну, придется с футболками ложить. Что теперь делать? Где ему еще шифонер? Так, это летняя футболка. Это еще зимняя. Зимняя. Зимняя сюда. Ася, ты? Пугала. Так, это футболка у нас летняя. Привет, красавица. Ты меня напугала? А? Иди сюда, иди сюда. Ух ты, покажи еще. Кто там сверху скакает? Кто? Ах, хулиганки такие скакают сверху. Ух. Будешь помогать? Ой, кто там? Ну-ка, давай-ка помогай. Красавица. Так, футболка сюда одна. Чё пошла-то? Помогать надо. Так, это зимняя. Пусть на зиму одевает. Это летняя. Это зимняя футболка. Это все рабочие футболки. Он все под ней одевает. Нет, это летняя. Так, это черная. Это дома. Так, это летняя. И это. Это тоже футболка. Так, и эта футболка зимняя под низ. Это все на работу, так что не переживайте. Это летняя. Так, кофта. Дома ходит.
трикорду ма. Трико у нас где трико? Трико у нас вот здесь, домашний. Так, полотенчик. Полотенчик здесь. Сюда. Так. Вот еще одна теплая кофта, вязаная на работу. Видите? Он же у меня на улице работает, на стройке. Надо теплые вещи. Кофта у нас вот здесь. Рабочая. Так. Что у нас? Труселя летние. Так, штаны. Штаны трико дома. Сюда. Так. Ну, красавица. Так, рубашка. Рубашка на выход сюда. Так, футболку на выход. Ну, сюда. Что, не помогаешь? Не хочешь? Вот. Правильно. Контролируй. Как я все убираю. Так, это жилеточка. Жилетка. Что тут лежит? Где у нас? Так, это у нас штаны. Дома ходить. Так, это тоже дома. Трико. Так, джинсы. Джинсы у нас здесь. Так. Ох, сложила. Учу, как складывать. Нет, он все по-своему. Вот, блин. Так, это домашняя кофта. А домашняя кофта у нас вот. Так. Рубашка. Вот что, погладил. Взял и смял. Ну, тортист, а. Глажу, нет. Смял все. Вот такое одевать теперь. Что за человек? Так, это трико дома. Вот так. Так. Так, кофта. Опять неправильно сложил. Дома. Дома у нас вот здесь. Тоже у нас кофта дома. А, вот. Папа. Сын на Вайнах ты подарил. На Рождество. Папа. Беста. Лучший папа. Так. Дома. Так, это у нас что, опять кофта?
спокойно убрать. Так, вешу. Вешу тут, сзади. А, вот я положила. Нет, пусть тут лучше руку просунет и достанет сразу. Сразу достанет. Не будет искать. Марина, Марина, а где это, а где то? Так, еще одна куртка. На выход у меня больше, чем на работу получается. Так. Так, это тоже на работу. Так, это на работу. Так, так, так. Что-то какая-то кофта. Ни туда, ни сюда. Летом. Это. Так, это летнее. Это на выход. На выход сюда. О, почти все сложила. Почти все сложила, почти. Так, это тоже на выход. На выход. Там много места занимает, надо на одно повесить. Почти все сложила. Вот я глажу, как повесил. Ну, это что, нормально? Нет, это не нормально так вешать. Надо вешать. Вот. Ну, скажите, я строгая. Ничего не строгая. Так надо, значит. Да. Правильно надо все, аккуратно. Так, рубашка. Вот. И кофта. Наверх. Это можно сложить, футболку на работу надевать. Рабочая у нас вот здесь. Так, вот это еще лежит. Ну вот еще кофта, вот это повешу сюда. Ты дома ходить. Вот, почти все сделала. Почти. Так, сюда. Слушайте, больше вещей, чем у меня. Вот. Значит, получается, у меня вот еще здесь место. Здесь я уже почти все положила, там джинсы дацу. Так, здесь у меня еще много места, и здесь еще много места. Вот я управилась почти. Здесь кофточки, видите? Кстати, удобно очень. Вот так. Мотивация. Всем спасибо, дорогие мои.